А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в Евро Трак Симулятор 2 и кататься по дороге дураков. И тут уже какая-то пробка. Ну куда ты на легковушке? Сейчас как стукнет? Не, не стукнул. Я, пожалуй, просто объеду, чтобы не стоять здесь в пробке, и поеду дальше. Успешная рабочая схема. Зеленый! Нет. О, я успеваю. Удивительно, на самом деле. Думал, не успею. Полетели. Так, кто-то там болтает. Нам, конечно же, не слышно. Все нормально. 95 человек рядышком. Супер логикал. Ночь. Снова у нас ночная поездка. Зеленый. Блин, мне прям сегодня везет на зеленый, походу. Ух ты, блин! Фига ты фризанул там немножко. Думал, сейчас снесу его. Петушара, блин. Просто летел на полном ходу, чтобы вмазаться. Сейчас стукнет. Смотри. Нет. Значит, это не Латвия был. Значит, кто-то другой. Латвия как-то культурно себя повел в этой ситуации. А, это этот был, наверное. Вот этот дурачок. Ну, по езде сразу видно, что это он же. Полоумный этот. То есть, бежевая Шкода. Латвия нормальный. Латвия пусть едет. А бежевую нужно будет, короче, если увидим, нужно будет его просто резать. Пытаться. Так, и чё мы притормаживаем? И чё он показал, что есть место для обгона, хотя там встречка идет. Лос-Андес какой-то подставщик, походу. Но он реально показал, что обгоняй, но там встречка. О чем он думал? Или он сам не знает, что это означает?
Ох. Тормозят все. Взлет. Но взлет это не бежевый. Это было очень завораживающе. Интересный трюк получился. Взлет полетел на взлет. Ну ты как-то, блин, трасса пустая, ты так близко перестраиваешься, просто пинганет и все. И минус грузовик. На ровном месте. Опа, в автобус, давай. Лупась его. Обидно, когда скорости не хватает. Едешь так, как дурак, одинаково с кем-то, пока до встречки не доберешься. И встречка там уже рассудит. Ох, сейчас пинганет, 100% пинганет. Он его учить начал, мне кажется, нет? Или по скорости щемится? Я лучше буду ехать по центру. Потому что сейчас как пинганет, просто поубивает всех. А не, он далеко. Ладно, надо сбавить. Тут это добром это не закончится. Что это было сейчас? Короче, не совсем понимаю, что он делает со своим поворотником. Воу! Чуть не вмазал. Упс. Но я сильно прям не тормозил в пол, чтобы этот в сраку не въехал. Лучше я уже, чем тот, кого я обгонял. Ничего он не пишет. Фред Бир. Лос-Андес. Не, ничего не пишет. Нормально. То вдруг у него претензии какие-то. А что это такая пробка? Вопрос. Потихоньку двигаются. Ой, что это произошло сейчас? Я, как обычно, все пропустил. Бро, пишет, бро. ВТФ. ВТФ, бро. Володька, монстр. Затормозил и тронуться теперь не может. Ну что же включить? Что такая пробка, мне непонятно.
кто ехали, никого не было. Тут пробка на тебе такая огромная. 46 человек, немало так-то. Надо очень быстро слетать. Тут, как всегда, километровые просветы у всех. Ничего не меняется. Лесовозик еле трогается. Пока ты, блин, поедешь, тут уже все проедут. Стоит, думает. Помните? Обгон в большом трафике, короче, не разрешен. Собственно, ну, запрещено делать то, что я только что сделал. Пробка хорошая. О, походу поезд проехал. Газует, не? Не, не газует. У меня так покачивает. Этого чувака спереди тоже покачивает. Стоим тут, качаемся. Сломанный, 100% сломанный. На аварийке. Будем держать дистанцию тогда от него. Раз он может сломаться. Good admin. Подлизывается к админу, наверное. Но админы все равно не помнят всех. Им пофиг, кто есть кто. Хоть читер там, хоть у тебя там 5 миллиардов подписчиков, им по барабану. Забанят кого угодно. Кто-то на обочине стоит. Взлет хочет щемануться. Проверяет админа, так сказать. На бдительность. Так, 5-4-8. Смотрим. Кикнут, не кикнут. Вот крадется, крадется потихоньку. Ух ты, блин!
Фига себе, там нескольких просто расколбасило. Что там произошло? Офигеть. Вот это жесть. Просто размочило всех. И взлет сразу поехал активненько, пока тут такой движ и ничего не понятно. Он сразу раз такой, надо проскакивать, все такие, надо проскакивать. Взлет еще живой. Нет. Ой. Давай выруливай. Я думал, это не из их группы, а кто-то другой. Ой, я не могу проехать. Я за что-то зацепился. Сейчас мне админ еще нафиг кикнет за это. Сорян, чувак. У них там, видимо, кто-то влез, а не этот. В своем, как он там называется, я уже забыл. Я говорю, в своей толпе ехали, кто-то, возможно, влез. А я смотрю, думаю, кто-то лезет без очереди. Надо стукнуть. Я поэтому разогнался и стукнул. А потом уже понял, кого стукнул. Пусто. Вообще пусто. Нифига, какой поток навстречу. Жесть. Light Ray. Если сейчас отторможусь, отвечу. Ку. Ты живой? Живой, а чё мне быть неживым? Чё происходит? Чё у нас пробка? Ой, ручник нажал. Так, а что по состоянию? 20. Интересно, вот, кстати, нам ремонт идет этого. Как его зовут? Вот фиксом этим грузовика. Он идет полный, как замена запчастей или ремонт-ремонт? Чего они стоят, я понять не могу. Чувак, мне очень надо, подожди, пожалуйста, подожди, мне очень надо. Вот так вот. Старый подписчик, который когда-то смотрел, но уже, получается, не смотрит. Вырос от контента, так сказать.
чё это? У него какие-то судороги, наверное, видели. Раз в стенку, раз в стенку. Как кандаланкс какой-то. Но тут пробка только заканчивается. Офигеть можно. Кто сзади, кстати, ползет? Кто-то. Фредди, что ли, какой-то. Там спереди какая-то каша непонятная. Пожалуй, пока не буду лезть туда. Потому что темнота и куча грузовиков. Плохой обгон, чувак. Кому-то. Pro Next Games пишет. Но он, кстати, прозрачный, поэтому его, по идее, можно было насквозь проехать. В 99% случаев. А в 1% он будет непрозрачный, хоть и светится прозрачным. Так, ладно, вид из салона. Мы из салона крайне редко ездим. Газ-педал. Pedal to the metal, это, по-моему, приводится к газ в пол, типа. А не педаль в металл. Ушки тормозит? Не, нифига он стартанул. Неужели он фризанул там так сильно? Ой, извините, простите, виляю немножко. Лос-Андес фан. Блин, мы же за ним ехали. И снова вот мы здесь. Доувайн. Доувайн тоже спереди нас ехал. Мы за ним стояли вроде. Мэтьюс Гейм. Так, кто-то пошел на обгон? Нет. А вот это сейчас торпеда сзади летит. Лучше, наверное, выдержать немножко дистанцию. Какая-то движуха происходит. Новая эра. Ух ты, блин. Резкий, как понос. Таранятся все. Что там происходит? Сирфрик просто. Встречки нет, можно сразу резать. А тут есть уже. Где она там, блин? По карте так близко. А, он просто стоял. Я думал, он едет. Так, там встречку увидел. Ой, кто-то взлетел. Авария. Нифига не видно в темноте, но там авария нормальная.
Юа. По-моему, Севастополь еще проехал. Ой. Кряхтит уже у меня карабасик, как в Спинтайресе. Вот он едет 95, но его фиг объедешь с такой скоростью. Бабах. Так, кто-то доездился. Успел. Что происходит? Ну, все, разъехались уже. Так быстро. Так, я даже не знаю, они стоят или нет. Да, нет. Едут, но очень медленно. Целая толпа. Так, ну на встречке никого нет, но обгонять мы тоже не сможем. Потому что скорость на пределе, так сказать. А что там сзади? Сзади тоже кто-то едет. Все, приехали. По-моему, да. Отбойничек уже здесь у нас. Быстрая поездка получилась. Единственное, что пробка была такая по длине не маленькая, но прошлась достаточно быстро, потому что там был админ на той пробке, поэтому там тупняка какого-то долгого не было. Блин, вот это хорошо идет. Не лагает нифига. Ой.
Он сейчас просто поедет прямо. Не, обрулил немножко. Догнал? Не, не догнал. Нифига он оттормозился. Мощно. Так, ну мне как обычно. На заправку на СТО. Кстати, нифига, у меня топливо уже практически на дне. Красный. Зеленый будет, когда подъедем, или нет? Будет. Но он сзади полз. Так, заправочка. Взлет. Почти 700 литров вошло. Офигеть можно. Взлет всю дорогу с нами ехал. Так, аэролок, я так понимаю, его лучше объехать как-то немножко. И мы на базе. Наконец-то. Все, теперь можно отремонтироваться. Даже думаю, можно полностью отремонтироваться для приличия. Так, сервис и полный ремонт. Ну, просто грузовик покупаем. Нормально. Ой, что я сделал? Не ту кнопку нажал. Принять. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.